Они воспитывают не только своих детей и внуков, но и целое поколение. В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Ветераны в строю». Это ветеранские организации города, которые лучше всего организовали работу по патриотическому воспитанию молодежи. Награждали организации не просто так. Среди них провели серьезный конкурс. В работе ветеранов учитывали качество и количество мероприятий с молодежью, информационное обеспечение, участие ветеранских организаций в работе музеев, комнат боевой и трудовой славы. Всего 8 критериев. Каждый оценивали по 10-бальной шкале. По сумме баллов и выявили победителей. Организация-победительница получила сертификат на 60 тысяч рублей. За второе место наградили 40 тысячами. Бронзовым призером достался сертификат на 20 тысяч рублей. Куда потратить призовые деньги, ветераны, судя по всему, уже знают. У нас есть мероприятие, цикл мероприятий, на котором мы потратим эти деньги. То есть это мероприятие, опять-таки, по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И не только подрастающего поколения, но и всего населения. Например, мы проведем конкурс «Воспитываем патриотов», конкурс грантов. Еще один из конкурсов – это будет конкурс «Две звезды. Дед и внук». Бабушка и внучка. Впрочем, участники отмечают, главная награда – это интерес молодежи к своей родине. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, «Республика».